Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов проверил ход капремонта поликлиники в Старом городке. Работы должны завершиться до конца марта. При этом прием пациентов не останавливается. Обновление второго этажа здания уже подходит к концу. Со дня на день врачи начнут переезжать в обновленные кабинеты. В ближайшее время строители приступят к ремонту первого этажа.